Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В среду в Самарской области будет пасмурно. Выпадут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время плюс 3, плюс 6 градусов, ночью 0, минус 1. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя и снега. Днем плюс 5, ночью 0 градусов. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь в течение дня. Днем плюс 4, ночью минус 1 градус. Южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем 4 градуса тепла, ночью минус 1. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.